наш больной вопрос. На бумаге прибыли, фактически не прибыли, заплатили очередной штраф и уехали. Даже, ну, не заезжая, так сказать, папа с мамой пришли, словами, не портите жизнь моему ребенку, вот вам деньги и до свидания. Поэтому кадровый вопрос, он очень острый. Безусловно, для нас всех, как по Российской Федерации в целом, так и по Вологодскому району, мы, конечно, благодарны тем предприятиям, которые идут навстречу, приобретают жилье и, так скажем, ну, у нас есть какие-то приоритетные преимущества перед другими муниципальными районами, но тем не менее не все так просто. Нам удалось привлечь двух специалистов, не целевиков. У нас, когда мы мониторим ситуацию, мы видим, что практически из всех сельских поселений у нас есть обучающиеся в нашем медицинском колледже, но, к сожалению, назад никто не возвращается. Поэтому пока у нас будет такая тенденция вот куда-то уезжать, ждать чего-то хорошего, да, ну, наверное, нам пока вот такая перспектива не просматривается.